Сегодня в нашей стране отмечают День предпринимателя. Накануне в Москве прошла встреча бизнесменов и представителей власти, приуроченная к празднику. Организовала ее «Деловая Россия». Президент этой влиятельной общественной организации Алексей Репик пригласил на встречу и главу Чувашии Михаила Игнатьева. Каким образом создать в регионах новые точки экономического роста? Что необходимо предпринять, чтобы крупные инвесторы захотели вкладывать деньги в развитие республик и областей, находящихся далеко от центра? Эти вопросы стали ключевыми. Конечно, важный фактор – открытость местных властей при работе с предпринимателями. По этому показателю руководство нашей республики получило высокую оценку специалистов. Я высоко оцениваю вот лично работу команды республики. И мы, в принципе, постоянно на связи там с коллегами. Они рассказывают о тех как раз мерах поддержки региональных инновациях, которые реализуются в регионе. Очень много уделяется подготовке молодых кадров, молодых специалистов и работа с детьми в этой части. Ну, то есть вы вкладываетесь там в человеческий капитал, в раннее развитие. В прошлом году Чувашия заняла 6-е место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Какое место достанется республике сейчас, пока не разглашается. Но эксперты намекают, у нее есть все шансы войти в пятерку лидеров.